это культурно вела. Культурно вела, она просто это не нужно абсолютно. Свое мнение, значит, администрация сказала, никаких движений. Все. Расходимся. Расходиться и не думали. Уже полгода в этом ТОСе мира нет. Члены самоуправления разделились на два лагеря. Одни воюют, чтобы поменять председателя, другие защищаются. Но, как говорится, на войне все средства хороши. Это вы разбираетесь сами между собой. Вы-то почему следуете? Это ваш человек? У нас решение. Это представитель домофонной компании. Хорошо, вы его послали. На шум приехала полиция, но, кажется, даже правоохранительные органы не в силах примирить членов самоуправления. Если мы внутри не сможем договориться, ну, это грош нам цена, как членам совета. Год назад здесь назначили нового председателя, собрав большинство голосов «за». Но вскоре часть представителей ТОС передумали. Альбину Васильевну мы выбрали. Она человек неопытный. Мы за нее очень много работали, помогали ей. Но в силу своего характера она не умеет работать с людьми. Она очень человек скандальный. Решили кого-то своего продвинуть на эту должность. И чтобы этого человека продвинуть, они просто изобрели какой ход. Они посчитали, что Альбина Васильевна работала не так, как нужно. Сама председатель уверена, работала качественно, облагородила территорию, поставила домофон и даже проводила праздники. Недовольства не понимает. Я с самого начала части совета не приняла. Они стали мне козни всевозможные строить. Понимаете, бегать, жаловаться. Мне такое ощущение, что они сами хотели бы быть председателем или как-то вести вот это вот, как бы быть такими, как бы элитой вот этой вот. А чтобы я писала, значит, эти самые все отчеты. То есть вот я занималась вот этой черновой работой, не знаю, они не знаю, чем бы они так занимались. В начале июля представители ТОС вместе с жильцами провели собрание. Итог отстранения председателя. Но та уходить не собирается. Говорит, решение нелегитимно. А в доме, уставшем от войны, готовы уже к радикальным мерам. Перевыборы провести, возможно, даже обновить полностью совет. Потому что вот та ситуация, которая сложилась, она не способствует нормальной работе. Конференция – это признано состоявшейся. Вот. И получается, что по итогам конференции часть жителей, большая часть, высказалась за неудовлетворительную работу Богачановой как председателя. Соответственно, это подразумевает то, что она должна освободить этот пост. Такие случаи могут быть, могут возникать, но вот, исходя из практики, не так часто это происходит. Именно борьба там, за властные полномочия в территориальных органах местного самоуправления, в ТОС так называемых. Вот. Больше это свойственно для жилищных, там, различных товарищей собственников жилья. Юрист объясняет, каждая копейка подотчетна, поэтому воевать тут не за что. Но и остановить войну вряд ли кому-то под силу. В администрации района пояснили, вмешиваться в деятельность самоуправления не имеют права. А это значит, стул власти в ТОС по-прежнему зависит от самих представителей. Мария Микшута, Николай Шилко, «День с толком».